Майкл, познакомься, это кролики. Смотри, смотри, он красивый. Вот так вот я выгляжу, чтобы зайти в школу. Первый раз видишь снег, а у тебя новая красивая одежда. Да ладно. А что ты сделала, чтобы ты это заслужила 5 минут? Три, два, один, ноль. Вы на канале Мисс Николь. И сегодня весь город на карантине. Да, сегодня весь город на карантине. И только наша школа, ну не только наша, вообще только частные школы в нашем городе вообще работают. Поэтому мы вам покажем наш день на карантине. Вообще, что происходит, какие плюсы, какие минусы. Минус в том, что, как вы видите, Никуша очень хочет спать, но ей пришлось проснуться. Завтрак. На завтраке Николь еще не проснулась, поэтому всем приятного аппетита. Перед нами автобус нашей школы, который забирает деток с разных уголков района нашего и везет в школу, доставляет их. Так, мы заходим. Вы знаете, что на карантине родители нельзя не без маски? Да, родители не пускают без маски. Маски. Вот так вот я выгляжу, чтобы зайти в школу. Давай, пошли. Николь, ты как снеговик прям. Здравствуйте, доброе утро. Привет, Кусечка. А я иду искать, где все дети. Ну, так, не хочешь смотреть. Две смены обуви. Черная и серебряная, синяя. Как вот это сегодня одеваешь? А вот и наши минусы. Черная. Мы хотим спать. Вот, слышите, такой вот звонок у нас с музыкой, кто забыл? Детки разделены на две группы. Одна группа пошла на английский, ушла, а вторая группа остается. Ой, как у вас мало! Ты разложилась, у тебя сейчас что английский? Покажи свои книжечки, пока есть время. Тетрадь одна. Тетрадь. Еще вторая тетрадь для декорации. Да, и вот такая вот. Словарик. Словарик, да. И вот такие вот книжечки. Оксфорд. Пока Николь у нас в школе, у нас есть вот этот вот мальчик, которого все так долго просили его снять. И, Майкл, мы же тоже пока Николь в школе не дремлем, да? Мы что делаем? И не просто гуляем, мы идем мыться. А что ты, куда ты идешь? Идем мыться? В салон груминг. Кстати, кто спрашивает постоянно про рум-тур? Видите, еще просто не закончили ремонтик, поэтому еще рум-тур не снимаем. Масяня, одеваемся. Ой, как Майкл не любит это одевание. Да, скажи, не люблю. А что ты сразу лег? Все, ты сдался? Майкл, ты что, сдался? Сдаешься? Майкл, там, кстати, многие соскучились по тебе. И все просили, когда же будет съемка с нашим Майклом. Будет, будет. Кстати, пишите, какие еще вы хотите видео про Майкла. И мы все снимем. Да. Вот он наш красавчик Майкл. Майкл, пошли. Мы направляемся. Так, грумим. Пошли, Майкл. Пойдем, 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 пойдем. А-а-а, куда ты бежал? Вот мы и пришли к месту назначения. Заходим к нашим друзьям. Он узнал, конечно, привет. Так радостный. Так радостный. Майкл. Сейчас будет тебе не до веселья, Майкл. Так, пока у нас есть 5 минут, мы выбираем, чем бы утеплить нашего Майкла. Смотрите, есть синие звездочки и есть вот такой зеленый, он трансформер. Тут все отстегивается, отстегивается и низ, и капюшон. Сейчас будем мерить и посмотрим, что нам подойдет. Майкл, кого ты здесь нашел? Ты же для этого был и выведен, Майкл, чтобы искать вот эти милейшие создания. Посмотрите. Майкл, познакомься, это кролики.
Смотри, смотри, он прям к нему лезет. Они почти поцеловались. Ну, мне тоже кажется, маловат. Майкл, что ты кушаешь дома? Я что-то не поняла. Маленький на тебя этот... Давай другой мерить. Это все на тебя маленькое. Маловато будет, Майкл, маловато. Как вам? Кто за, ставь лайк. Все, Майкл, мы ушли, потому что ты ведешь себя плохо. Все, мы пошли. Мы вышли, и тут снег. Представляете? Майкл, ты первый раз видишь снег. А у тебя новая красивая одежда. Пошли, пошли, пошли. Нефуха, ты закончила свою школу сегодня? Да. Ну что, пойдем переодеваться? Да. Давай. Мальчишки, давайте деревенье, да? Давайте, меня пуляйте. И идем. Женя всегда приходит за Николь. До свидания. Увидимся завтра. До свидания. Всегда приходит. Женя приходит. Женя всегда приходит за и рюкзак носит. Коля, что-то делаешь, блин? Когда мы делаем для мамы. Всегда после учебы у Жени с Николь обсуждение того, что было на уроке. Что делали. Женя, видимо, делал что-то из гри. В общем, мы переодеваемся и идем домой. У нас сегодня, кстати, снег. Вы видите, что снега не было, а сейчас снег есть? Да. Да, да, очень красиво, снежок, как наконец-то. Всегда. Наш урок прям так нормальненько, как дождик. Это ты про снег? Закрывая за собой женек двери нашей красивейшей чудо-школы. Чудо-школа! Мария! Мария, вот написано. Мария Сноу. Давайте, пойдем в машину и будем ехать домой, делать уроки. У нас есть 2 часа, чтобы сделать уроки. Вот такая вот у нас дорога каждый день из школы в дом. Мы едем мимо моря красивейших видов, обалденного воздуха. И это очень круто. Женя с Николь, как обычно, балуются. И знаете, что я хочу сказать? Знаете, какой плюс в том, что у всех карантина, у вас еще есть школа? То, что первое, все дороги практически пустые, да? Да. А второй плюс тем, что мы не будем отрабатывать, мы не будем потом учиться по субботам или учиться на час больше. Конечно, все детки будут потом догонять программу, а вы уже будете впереди планеты. Ура! А теперь мы идем домой, у нас есть 2 часа, чтобы сделать уроки. Мне тоже 2 часа. Да. Завтра перед баскетболом и гимнастикой. Гимнастикой. А, у нас есть парта. Но почему-то Николь не любит делать уроки за партой. Сыныйте. Бочка, тут сыныйте. Да. Уроки делает с нами бабушка. Это не всегда. Секрет. Женек рядом с сухарями. Николь тоже рядом с сухарями? Да. Она любит тоже сухари. Да, тоже любит сухари. В общем, Николь делает уроки. Николь делает уроки очень быстро. И с этим нет проблем. В отличие от кое-кого. Не будем показывать пальцем. Мы сделали уроки очень рано, поэтому у нас есть еще 15 минут, чтобы погулять с Майклом. Бедный Майкл, ты что, замерз? Так, он, наверное, замерз. Прячь его, сейчас его заберут, а мы поехали дальше. Вот и Женька. А вот наша машинка, которая едет уже за нами. Ты что, прикалываешься? Нет, я сняла шар. Никуха, такие розовые щечки, на улице холодно, да? Очень, минус 30. Ну, на самом деле, минус 3, наверное, где-то. Только кубка. Ну что, мы пошли отвозить Николь на гимнастику, а скоро с тобой
наша тренировка находится в 5 минутах от Жениной, поэтому мы не опаздываем, идем быстренько, переодеваемся на тренировочку. На групповую. Ну, конечно, на групповую. Пошли, пошли. Николя, почему ты не раскатываешь ковер? Раскатывает. Пошла. Поздно, правда, но пошла. Ну что, нашла свою скакалку? Да, нашла. Ну, слава богу, что нашла. Беги в строй, быстро. Все, тренировочка я оставляю и ухожу. А что, всем ставили, тебе нет? Нет, никому. Никому не ставили? А ты сильно старалась, да, Николь? Ты уже меня испугала. Я думала, что тебе не поставили, потому что двойка. Николь, первая в очереди за оценку. Николь так устраивается, когда не ставят оценки. Что-то там Николь высматривает. Наверное, хорошую оценку выпрашивает. Или заслужила. Сейчас посмотрим. Да ладно! А что ты сделала, чтобы ты заслужила 5 плюсов? Ну, прости. Вот, смотрите. 5 с плюсом. 5 с плюсом, 5 с минусом, 5 с плюсом. Ты решила заниматься хорошо? Да. Чтобы первое место заслужила в моих мечтах? В моих мечтах первое место заслужила. Мы уже дома. Мы обнаружили, что, оказывается, нам еще задали домашнюю работу по математике. Вот это бабуля. Да. Да, бабуля. Вот это все. Нам не для Николь математика, это самый любимый предмет, кто не знал. Ну что, я закончила делать уроки, и у нас традиция перед сном, мы делаем соки и их пьем. Да, свежевыжатые соки. Мы уже все подрезали. Подрезал Женя, подготовил и включаем. И перед сном ребята смотрят... Играют, да? Это какая-то игра, да? Да, это такая игра, флип, когда ты должен делать, вот смотрите, струки и должен приземлиться в любом способе в воду. Никуша! Что? Ну что, ложимся спать? Все, день закончился. Мы передадим всем приветы. Да. Ника, Никс, Белла Би... Анна Измалкова, Мармеладка ТВ, Ангелина Ахматова. Привет! А всем пока-пока! Подписывайтесь на канал Мисс Николь, на канал Жека Бро. А всем пока-пока! Так, слышите? Ла-ла! Ого! Кто не слышал, как Майкл возмущается, сейчас будет возмущаться.